Привет, друзья! Всем привет! Сегодня мы с Мишей приехали посмотреть белые первым делом в наших елочках. И уже, кстати, есть результат. Два штуки, два красавца нашел Миша. Ну сейчас, да. Сейчас вам покажу. И в этом месте, кстати, были, помните, говорящий гриб был? Вот в этом месте мы его нашли. Что там за гриб такой? Что это такое был за звук? Ну, мы посчитали с Мишей, что это говорящий гриб, да, Мишань? Ну да. Пойдемте покажу вам грибочки, что мы уже нашли. Сейчас здесь посмотрим и пойдем еще дальше. А пока давайте вот эти посмотрим. Так, Мишань, где ты нашел? Вот, смотрите, это уже... А он еще, по-моему, что-то лезет. Ну, тут... Где? Потом покажу. Угу. Вот, ребят, смотрите, Миша, вытаскивай тихонько. Первый? Давай теперь тихонько, чтобы они бедные не плакали. Тихонечко, 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 нашего хорошего. Ну-ка, вытащил? Ага. Во, Миша вытащил. Во. Смотрите, ребят, какой красивый. Классно. И, по-моему, чистый. Мы это подрежем? Ну да. Попозже маленько. Пока, сейчас пока... Пока убираем так, ну, давайте пока прямо так уберем, сейчас подрежем. А вот, вот, смотри, что ты видел. Белый это или нет? Да. Нравится начало, Мишань? Угу. Вот. О, ну, какой. Классно. Я думал, здесь не будет. Это такое, тут такое место, где люди могут пройтись. Вон какой красавчик. Жучком даже. Пойдемте еще покажу то, что идем, я нашел. Где ты первый нашел? Это вот я нашел один. А Миша первый нашел. Вот, вот смотрите, как он стоит. Красивый. Мишань. Опа. Тоже такой маленько крепкий. Крепкий, аккуратненько, аккуратненько нашел разговорчивый грибочек. Вот это, по-моему, чуть-чуть, ну, посмотрим, сейчас подрежем все, проверим. Ну, а будет червивый, значит, высушим, да, Миша? Ну, да. Мы тут в Саратов ездили, ребят. Вот деду отвезли целую банку трехлитровую сушеных. Так что классные грибы, и у нас еще их много. Вот такие дела. Так, Миш, такая земля жесткая. Дождей, кстати, не было пока. Ну, что, Миша, посмотрим здесь еще в этих елочках. Глядим внимательно. Вот видишь, сразу три грибочка нашли. Пойдем посмотрим. Угу. Перешли с Мишей в другое местечко. Послушайте, какая тишина вообще. Просто тихо-тихо-тихо. Даже птицы не поют, да, Миш? Угу. Смотрите, здесь какой стоит красавец. О, какой красавчик. Я издалека вижу, пап, дуплетом. О, да? Подохили. О, какой красавчик. Еще какой-то грибок. Сейчас, Миш, давай внимательно себя посмотрим. Белых... Сейчас, Миш, посмотрим. Белых, кстати, здесь вот тоже попались. Мы только зашли сюда. Пока старые. Таких я не видел. Там где, Миш, покажи-ка мне. А, вот он. Подберёзочек. Тихонько, вытаскивай, не торопись, вытаскивай. Угу. Ты сам знаешь, они... Держи пока, не, держи пока грибочки, потом подрежем. Давайте пройдемся здесь. Мы теперь после этого звука... Сейчас, Миша, я вон там тоже вижу какой-то. То ли белый. Мы стараемся их аккуратнее. Подосиновичек. Вот он прячется. Стараемся с ними аккуратно теперь с грибочками. Ну, скорее всего, переросший. Да, он такой же. Не, Миш, подосиновичек, но он такой переросший. Опа, чуть не упал. Иду, Миш, какие у тебя? Подосиновичек. Покажи. Молоденький. Молоденький, это хорошо. Вот, молоденький надо избирать. Где ты видишь? Где он тут увидел мех у меня? Где ты там? А, вон он. Смотрите, ребята, прямо есть тут березка. Миша опять такой же нашел. Ну, вытаскивай. Давай. Березочек остави. Он там уже, я вижу, старенький, да? Ну, да. Подай, покажи-ка нам подосиновичек. Посмотрите. Ух, смотри, какой Миша нашел. Хорошенький. Держи, Миш. Ага. Тихонько, не торопись. Вон там еще какой-то грибок вижу. Прямо здесь присядешь, еще грибок, присядешь, еще грибок. А вот мы сейчас сорвали его, но он червивый. Да, Миш? Белый. Старенький. Вот, вот, а, это березовик. Он такой тоже, по-моему. Ну, срывать не знаю, да, наверное, не буду. А, вон грибок, смотри, по-моему, на беленький похож. Ага. За одни подойдешь, за другим. Это похоже на беленький. Тихонечко. Да, это беленький. И вот я еще вижу. Еще Миша видит. А это не этот, не валуй. Я больше, это тоже не валуй. Больше подрезал его сразу. Вы скажете, неаккуратно я это сделал. Я подрезал больше, потому что, смотрите, немножко здесь червивенький. Это настоящий белый, я да, думаю, червивый. Держи. Точно? Да, конечно, белый. А где ты еще нашел? Вот. А, вон. Это не валуй. Мне кажется, это валуй, нет? Нет, это белый. А не валуй. Валуй, и вон еще валуй. Угу. А подумал, белый. Угу. Прям так похож. Как белый. На настоящий, вот. Не похож. Не отличить даже. Да, давай-ка здесь сейчас все, друзья, здесь походим, в дебрях здесь. Потом там походим. Здесь такая тоже старая дорога. Все обходим здесь сейчас, все посмотрим. Ну, а здесь сразу смотрите, под березовик. Белый, 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 белый.
Но они, мне кажется, будут не ахти. Вон там еще красивый стоял вдалеке. Ну, сейчас сходим. Ну, что, Миш, вытаскивай ты березовичек. Ну, вытаскивай, что хочешь. Березовик, мне кажется, самый чистый. Ну, березовичек, да, чистый. Давай подрежем. Я так думаю. Чуть-чуть подрежу, глянем. Вот березовик будет чистый, смотрите. Этот нормальный, сразу будет. Вот этот, я думаю, еще. Глянем тот, Миша, я вот эти. Ну, а эти, мне кажется, будут... Ну, вот этот, возможно, чистый, папа, вот тут, да. Ну, это тоже чистый, но он какой-то, смотрите, розовенький. Ну, да, фиолетовый. Да, фиолету отдает. Староватый, не хочется брать. А вот этот еще вроде бы как бы ничего. Берем вот эту грязь сейчас. Ну, чистый, Миша, заберем. Ну, такой пойдет, давай возьмем. Давай этот возьми, тоже бери сразу. Угу. А там так наша рука. Опа. Нашим, ну, да, там дома будет, может, послушат. А, вот Миша, да, маленький, его не видели, главное. А вот два еще белых. Ну, возможно, эти, ну, вот это чувствуется уже. Мягкий даже трогать не буду. Вот это, мне кажется, тоже. Тоже мне так думается. Ну, ладно. Сейчас мы еще пройдемся в одно местечко, где у нас... Два штучки нашел. Два штучки. Мухомор, он красавец. А вот ты березочек, смотри, Миша, какой красивенький. Вот он. Возьмешь? Давай, я возьму. Тихонечко возьму. Вот он. Обрежем побольше чуть-чуть. Еще. А, не подрезал? Подрежем, значит. Забираем их по березочке вот эти. Угу. А, то я сам брошу их. Это я белый, Миш, тут видел такой большой, а вон стоит. И на вид такой красивый. Блин, посмотрим. А вон еще, Миш, смотри, какой. Три белых, смотрите, ребята. Да. Вот это красивые. Вот это красивый. Посмотрим, смотри, Миш. Да. Я и не видел. Давай фоточку сделаем? Да. Смотри, ребят, какой. Стоит тебе такой красавчик. Вот он. Фоточка сделана. И тут уже красивый, да, Миш? Вот он. Красота. Вот, смотри, какой. Красавчик. Возьми пока его, Миша, подрежем. Пока не ложи его вместе, а то, то будет это. Идем еще посмотрим, Миш, вот он. Вытаскивай ты вот этот. Вытаскивай, вот он стоит, ребят, смотри, вот какой. Этот был тоже может чистым быть. Посмотрим сейчас. Все проверять. Вот. На вид чистый, посмотрите, ну, ребят. Да. И улитка тут. Улиточка, тихонько. Ты, главное, потихоньку. И закопай ямочки, ладно? Да. Так, а где-то я еще видел, вот он. Это первый, который нас привел. Кстати, вон еще вижу один белый. Вот этот, который нас привел к ним. Ну-ка. Ну, он старый. Сразу вижу, посмотрите. Это старый. Ладно. А вот этот вот. Небольшой, но интересный. Давайте посмотрим. Не знаю, сейчас глянем, Миш. Я так думаю. О, ну я обломал его, как в тот раз. Помнишь, Миш? Надеюсь, у нас звуки не произнес никакие. Некоторые такие, вот видите, он чистый, все. Ну как-то мягковат. Надеюсь, ты поприло, теперь со звука не вырвал. Наверное, надеюсь. Просто, знаете, он тут может какие-то палочки, веточки может держать. Ты порой берешь так, он крепко прям сидит. Вот так вот. Ну потихоньку, пап. Ну да. Так, давай еще это место посмотрим. Видишь, сразу сколько белых. Глянем сейчас еще здесь, есть ли тут красавцы или нет. Сейчас еще перейдем место недалеко здесь. Наше излюбленное. Такое новое излюбленное наше место. Ты нашел? Блин, а я прошел. Это какой подберезовик, подосиновик мощный. Посмотрите, ребят. Давай, Миш, и подберезовик, и подосиновик. Тихонько, тихонько, Миш. Ух ты. Покажи-ка нам, пожалуйста. Такой мощнецкий, смотрите. Ты это, да. Подержи, Миш. Ой, подержи. Мощный какой. Я тебя подержу. Смотрите, ребят. Такой мощный. Это подосиновик, просто такой вид. Да, это подосиновик такой. Немножко, он даже немножко такой, даже красный. Ну, положи, пока вот я подрежу. Ой, я даже и не видел его, прикинь. Угу. Прошел мимо, пробежал видно дальше. Классное начало у нас. Да, неплохо. Ну, в лесу вообще такая тишина, тишина. Я подосиновик вижу. Я вон тоже вижу еще он грибок там один. А я подосиновик вижу хороший. Где ты видишь? Ты глядись, пап. Вон. Пытаюсь оглядеть. Хотя не знаю, мне кажется, не подосиновик. А, вон тот. Но я не знаю, кто это. Мне кажется, тут вот эти, которые такие коричневые грибы. А, ну, поганки, мне кажется. Да, сейчас посмотрим. Сейчас ладно, посмотрим. Подрежем, уберем и идемте дальше. Угу. Немножко прошли, вот он еще один белый. Но, не знаю, большой. О, тихонько. Ну, да, это уже переспел. Переспел. А вот здесь, смотри, Миша, ты не видел его? Нет. Я заметил, стоит такой маленький столбунечек. Держи, подрежь, Миша, его, ага. И убери. Ага. Давайте здесь еще глянем. Вообще грибов много. Всяких разных. Мухоморы вообще. Там такие красавцы растут. Их вначале это все не было, не было, не было. А потом как поперли, вон они стоят везде. Везде стоят. Так, ладненько, пойдемте искать беленькие, маленькие. Прям паутина в лицо.
Да, Миш, пойдем искать маленькие беленькие красавчиков. Здесь тоже интересно, хорошо. Ну, пойдемте искать еще лучше. Кто-то елку срубил и бросил, посмотри, Миш. А может быть ветер, когда вот был давно еще ураган, помнишь, как будто вырвало. Может быть, да, и ветер. Прямо вот здесь в елках нашел беленький. Смотрите, какой пузатик. Их пузатик. Смотрите, какой пузатенький, Миш, видал? Красава. И маленький-маленький с ним был. Смотри, какой, Миш. Маленький-маленький. Ага. Прикольный, да? Очень. А ты чуть-чуть подрежь его, Миш, совсем-то немножечко, и все. Идем дальше. И прямо под елкой здесь. На-на-на-на-на. И беленьких нашли. На-на-на-на-на-на-на-на. И беленьких нашли. Вы грибочки, и где же вы же наши? Вы наши ведь красавцы. На-на-на-на-на-на-на-на. И вот он под березовик. На-на-на-на-на. Как тебя не вытащить? То где у тебя ножка прячется? Во какая ножка, смотрите, под березовика. Красивенький, молоденький. Вообще мы здесь беленький пошли посмотреть. Другое местечко. Палочки падают, слышал? Угу. Но беленький пока не видно. Значит, они здесь не выросли пока. Ребят, вы просили показать грибницу. Ну вот, посмотрите, как она выглядит. Вот так вот грибница. Я не знаю, это какие-то грибы. И вот такая, она как ватка, что ли. Такая мягенькая-мягенькая. И она, знаете, почему у нас здесь видно? Вот здесь видно. Потому что здесь когда-то звери рыли какие-то, понарыли. Кабаны, наверное, скорее всего. И они заворошили все это дело. Вот ее грибницу эту видно. И вот она, как говорят, она тянется на много-много метров. Там по 200, что ли, метров. И больше я слышал. Вот, смотрите, видно где. И вот грибница идет. Вот она. Ну, такая, как плесень, что ли, назвать ее. Такая. И пошла-пошла. Вот сюда пошла. Вот такие дела. Ну что, Мишань, пойдем переберемся в другое местечко? Давай. Что-то грибов-то не видно особо. Либо их пособирали в выходные дни, да, Миш? Угу. Пойдем сейчас на другое место сходим, в наши еще места излюбленные. Перебрались с Мишей в наше место, в другое. И тут такой маленький. Вот он нас ждет, подберезовичек. А с ним вот еще один рядышком тоже маленький. Ой, я у маленького тоже шляпку сломал. Тоже вот он. Ну, казалось бы, маленький, а он не такой же маленький. Держи, Миш, подрезать надо будет сейчас. В дубках посмотреть. Мы сейчас здесь белые хотим посмотреть. Ну, посмотрим, сейчас пройдемся. Вот только зашли. Ну, вот один, по-моему, нашли с Мишей. Белый. Ну, толстый на вид-то, по крайней мере. Вот это ножка. Это чистый, Миш? Это, вот, какая яма, там целый котлован. Первый. Смотри, какой. Так вроде как чистый беленький. Где-то есть маленькие дырочки. Сейчас подрежем, посмотрим немножко, глянем. Ну, ножка крепкая, вообще крепкая. Ну, классная, классная. Да? Мощный? Мощный, мощный. Сейчас подрежем, мощный. Проверим. И надо смотреть внимательно здесь еще. Обойти все дубки, обсмотреть все. Может, еще найдем. О, нашел. Красивый? Очень. И думаешь? Красавец. О, красивый, действительно. Красавец. Второй, вот, да, у нас здесь только. Сколько прошли уже. Класс. Можно глянуть? Вот прошли, ну это должен быть хороший. Красота. Тоже. Ну тот мы забрали. Он нормальный, вон он лежит. Угу. Почти нормальный, там можно перебрать. Держи, Мишань, твой красавчик. Угу. Хороший такой. Так. Еще пройдемся, посмотрим здесь. Угу. Сейчас глянем еще здесь, посмотрим. Наверное, еще в одно местечко съездим. А вот здесь два подберезочка, смотрите каких. Ну вот это, наверное, будет чистый. Вот такой крепкий видно. О, этот крепкий, вот этот. Ты тоже крепкий, просто такой формы, да, Мишань? Подрежем, подрежем, проверим. Держи, Мишанька. Ага. Подрежешь, уберешь, да? Ну да. Ты уже умеешь резать-то? Умею еще как-то. Давай еще как он умеет. Походим здесь. Хочется найти здесь редкостных подосиновиков. Здесь такие красавцы есть. Чистый? Ну не знаю, посмотрим сейчас. Чисто, Миш? Да. Подрезай. Миша нашел, кричит. Вот, Миш. Ты на мухомор похож, смотрите, друзья. Смотрите, немножко пятнышек каких-то. Мухоморы рвем. Ну что, Миша, вытаскивай. Ну это подосиновик. Да, какой-нибудь подосиновик, оно видно. Смотри, когда, вот эти редкостные мы их называем, такие хорошие они здесь. И здесь обычно много было раньше. Сейчас не знаю. Если люди не прошли здесь, то мы что-нибудь найдем. Вот пока первый.
Ага. Я приподрежу его маленечко вот здесь. Это по-любому чистый. О, чистейший. Смотри. Конечно. Пойдем посмотрим. Внимательно, Миш, смотри, еще, видишь, нашел один. Пока ты у меня тут сыщик, а не я. По березке, кстати, много попадает. Мы уж мимо больших проходим, а маленькие уже берем. Вот, видите, под березовик. Вот он стоит. Тоже красивый. Ну, вот это чего хочется. Тоже, ну, вот это видно, видно. Не, у меня плохой. Смотри, я вот этот прям аж упал как-то. Ну, этот будет хороший, наверное. А у него, смотри, какой. Ну, вот, Миш, у тебя хороший. Такой еще можно забрать, да. Подрежем сейчас, проверим. Хотя нет, черный, Миш, черный, посмотри. Видишь, маленький вроде бы, а он черненький. Ладно, будем искать подосиновички. А вот я вижу подосиновичек, далеко его заметил. Увидел, Миш, а Миш до сих пор не видел. Я говорю, Миша, зря здесь не идешь, говорю, со мной там шел по краю. Взгляд кинул, а он вот он какой. А ты красавчик. Красавчик, Мишанька. Смотри внимательно. Пап, я нашел. Нашел? Много. Много. Ой, я нашел, кстати, пока к тебе иду. Наверное, это я уже твой нашел. Вот этот? А, вот этот, ты, вот этот ты нашел, пап. Это я нашел, не да. ты? Нет, это я не видел. Во, понял, смотрите, ребят, какой. Ух ты. Смотрите, столбунет белый-белый, белоснежный. Пока так положу. Столько много, пап. Где? Вот первый. А вон туда, посмотри, пап, смотри, сколько. О, вижу два. Получается, три здесь их, да? Четыре. Тут их еще много очень. И давай вот ответ. Начнем с этого. Давай, Мишанька, начнем с этого. Ты. Во. Класс. Это надо будет посмотреть, перепроверить. Ну, ножка хорошая. Ну да, ну прикольно. А так уберем. Показывай следующие. Пойдем к ним. Пойдем, Мишанька, Мишанька меня водит. Вот. Вот эти кони красивые. Подожди, Миш, покажу. Смотри, тут их о, ребят, смотри, вот он, вот. А вот он маленький. Ой. Давай срывать их, Мишань. Да, давай. Ух ты, а у меня уже голова вертится по сторонам. Пока один рвешь, уже по сторонам. Красота. Убирай пока, только без елок. Ага. Без елок. Давай, убирай. Пойдем еще к тому. Вот это мне прямо вообще понравился. А с ним рядом еще один такой. А я этот видел. Видел? Какой я видел? Вот этот ты видел? Это тоже. А, и этот ну, видел. Значит, твои все. Да-да, ты срывай вот этот. Смотрите, ребят, какой красавчик. А вот этот можно? Ага, пап. А может, это ты видел, я не знаю. Да, вот этот прям белоснежный тоже. Я сдалека... Сначала, короче, он тот нашел, потом смотрю вот, вот сюда. Вижу вот тут, вижу тут, вижу тут. Ну вот они, видишь, как один привел другой, да? Ну да. Ну а тот, может, я нашел, но я не помню. Ну вот, видишь? Ну, я сдалека там вот один сначала нашел, потом сдалека сюда гляжу. И увидел. Понял. Давай внимательно смотреть, значит, в этом районе. А тут под березовик. Под березовик у меня тоже. Вон, вижу, стоит под березовичек. Ну, что-то они часто червивые. Так, ребята, Миша у меня молодец. Нашел полянку. Пойдем дальше. Пойдем. Давай. И тут же два масленка красивых. Один, правда, мы раздавили, видно, чистый тоже был. Но мы его раздавили, беднягу. Ого. Это, видно, чистый маслят, хороший. Может, это, который мы наступили, попытаемся забрать. Жалко. Вон, он больно уж красивый был. Переберется дома, да? Ну да. Тоже красавцы. Миша нашел очень красивый подберезовичек. Держи. И тут же, смотрите, два, не отходя, вот таких вот. Смотрите, ребят. О, какой. О, как хорошо сидит. Смотрите, белоснежный. Миш, срывай второй. Ага. Вот он. Ой, лягушка у меня, думаю, что-то запрыгала. О, красавец. Вот, ой, подосиновичек. Прыг, 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 лягушка. Вон, о, куда? Как она шустрая, посмотрите. Их убежала. Тут у нее прыжки по полметра, наверное. Место здесь классное, да? Я подосиночек нашел. Где ты видишь? Или масленка? А, нет, подосиночек. Нет? А, вот он, да. Подосиночек у тебя тоже. Ой, как хорошо здесь местечко такое. Нам это место нравится очень. Мы тут ходим, как в парке такое. Классный. Такой промежуток хороший. Большой. Вот они, красавчики. Идем? Искать дальше. Ну, не торопясь, главное. Давайте подрежем, уберем. Потихоньку идешь, потихоньку найдешь. Во, как ты придумал, классно. Потихоньку идешь, потихоньку найдешь. Потихоньку идешь, подосиновик найдешь. Понял, Мишаня. А у меня вот еще один здесь. Сыроежечка вот здесь. И рядом с ним подось. Тоже видишь? Вот он. А это я видел, Миша, этот я видел.
О, у нас ведерко прибавляется, почти полное. Ой, травинку хотел убрать, вылетел. Так, пойдемте. Вот он, вот этот, я сдалека тоже видел. Но это такой не особо красивый, видно сразу по виду. Ну, проверим. Да, скорее всего. Ну, сейчас проверим, ножичком подрежем. А у меня такой подберезовичек. Боже, ну, черненький, ну, да, смотри, черненький. Видишь, что-то они плоховатые, подберезовички, они съедены. Каким-то жучком они подъедены. Подосиновички чистые. Внимательно их смотреть, подосиновички. Ну, очень красивый подберезовик. Угу. Смотрите, какой. Как же такой не снять? Да, вытаскивай, Мишанька. Это твой. Ух ты, крепкий. Крепкий? Ну, такой можно. А, такой чистый. О, какой ножка у него толстенькая. И сказал, папа, сними, на нем еще муха сидела. Пока я до него добрался, муха улетела. Ага. Так, пойдемте дальше. Миша, мой глазастенький, нашел вот такого красавца. Ага. Ух ты, еще один с ним тут. О, с ним еще один, оказывается, видишь, как? Красота! Вот, два. Суперский. Вот с этими нужно сфоткаться. Сфоткаться? Ну, давай, давай. Готов? Далеко друг от друга, поближе. Вот, к себе друг другу, их грибочки друг другу. Угу. Вот так. Давай. Все, есть фотка. Она так, кстати, подберет, если кот он стоит. Ну, я тоже видел. Видел? Так не одна думала, сорвать, не сорвать. Решил сорвать. Ну, я думаю, решил, сейчас посмотрим. Хороший заберем. Думал. Молодец. О, вон там красавчик, подосиновичек Миша сорвет. А я сорву вот этот. И тут даже два. Ой, тут Миша их четыре. Прикинь, я хотел один снять. Да, ребят, хотел вам показать один подосиновик, вот этот, увидел издалека. А здесь их много, сейчас увидите сам, попробуй, Миш, ты еще не видел их? Ух ты, я там 4 штуки вижу. Увидел? Ага. Вот, а эти мы тут 4 штуки. Блин, комар, ухо прям, уру. Смотри, ребят, какие они здесь. Красота. Открывай, Миш, помогай мне, вот он. Вот, вот такие мы любим. Смотри, какой я нашел. Во, он вместе растет. Вот тут даже не вилку, а ведра. Он прям вместе. Срывай, Мишань, вот это срывай. Смотри, какой толстенький. Это да. Это в день, наверное, 2-3. Не знаю, может, ночь одна всего. Они же говорят, ночь. Говорят, ночью растут. Вон они какие сразу. Ты такие палочки, Миш, смотри. Ага. Как пальчики. Ну, вот этим точно ночь, день. Больше не видишь пока? Нет. Это молоденькие, вкусные они. Мне молодые нравятся. О, а кому же они не нравятся, такие красавцы? Видишь, как раз на полянке нас встретили. Чистый? Чистый. Да, чистый, только поменьше срезай, чуть-чуть совсем. Дом почистим. Эти подосиновики сразу чистые. Я тебе даже не бракую. Идем дальше. Вот нашел масленок, и тут красавец подосиновик. Да, сейчас посмотрим. Ну, масленок, смотри, какой большой. Ага, красивенький. Красивый, крепкий, да? Ну да, он крепкий. Попадаются такие иногда крепкие. А вот, Миш, срывай, срывай, ага. Красавчик тоже. Такой елочками прикрытый. Ага. Классный, да? Красота. О, два грибка сразу же. Масленок и подосиновик. Ну да. Да? Норм, Миш, норм. Подрезаем и идем смотреть. Я уже далека тоже смотрю здесь. Смотри, как. Какой чистый масленок. Убирай, убирай чистейшего, убирай. А вот здесь прямо у нас на пути нас уже ждет. Смотрите, какой. Прямо на пути ждет. Идем здесь, Миша. К одному месту пробираемся. Крепенький, хорошенький. Подрежу вот здесь вот. Вот это вот, аккуратненько вот так. О, какой хорошенький. И пойдемте дальше смотреть. Миш, идем? Идем. Сейчас мы пробираемся с Мишей в одно местечко здесь. Сейчас до него дойдем и посмотрим, что там. А вот это местечко вот здесь, вот здесь осинки тоже такие. И вот такая здесь типа тропинка. Наверное, наша уже вытоптанная. И всегда в этом месте каждый год по несколько раз мы находим здесь подосиновики. 2-3, и они, смотрите, какие красивые здесь. Такие. Здесь такие, где? Вот мандарин, мандарины. Да, мандарины такие. Вот вы говорите, что их не надо вырывать, их надо связать ножом. Нет, без разницы, каждый год. О, это происходит. Красавчик. Да, каждый год по несколько раз. И каждый раз здесь обязательно вырастет 2-3 таких вот стоят красавцы. Бывает еще здесь, правда, и бывало еще вот здесь такие здоровые, вот такие же самые, но большие были. Пойдемте дальше смотреть, надо до нашего места добираться. В прошлый раз мы в этих местах были. Здесь почти их не было, подосиновиков. А в этот раз вот они. Смотрите, вот он. Видел, Миш? Ага. Мандариновый. Ну, это не мандарин, а такой. Ну, тоже хороший. Ну, да. А вот это что-то бугорок. Ну, гриб случайно, смотри. Гриб, но... Фу, страшный какой-то. Ну, поганка, наверное. Да, а вот, Миш, хороший. Чего не срываешь? Это подосиновик. О, какой хорошенький. Смотри, Миш, вот здесь он большой, переросший. Ага, берешь. Ходи здесь, походи, поброди по этим
дебрями взять. Пока положу вот так, потом подрежем. У нас уже почти полное ведро. Вначале белые, а потом пошли подосиновики. Проходи, Миш, здесь смотри внимательно везде. Здесь раньше было много, какие-то года бывало вот здесь. Идешь один... Помнишь? Один на одном был. И очень красивые. Ну что, друзья, вот сегодняшний наш поход, смотрите. Почти полное ведро. Всякие разные. Больше подосиновиков все-таки. А подберезовики вообще не мерно. Вот, смотрите. Вот стоит подберезовик. Вот, вот. Вон, и маленький. Усыпано. И усыпано. Вообще не мерно. Идет здесь везде подберезовиков. Угу. Вы скажете, мы, наверное, зажрались, уже не хотим брать. Нет. Они просто многие плоховаты. Ну, берем еще маленькие такие. Ну да, молоденькие. Вот, смотрите, как я нашел. Черненький, вот такой, прям такой черный, берем, да. Редкий, красивый. Редкий. Такие еще ничего подают. Ну, такой прикольный, мне понравился. Да. Ну и вот некоторые еще брали, вот чистенькие. Угу. А так много плохих, конечно. Ну, что мне больше всего нравится, это вот. Подосиновики. Подосиновики. Ну ладно, друзья, все, всем пока и до скорых встреч. Пока-пока.